Сегодня у нас на завтрак почти хачапури, но готовятся они очень быстро. Назовем их блиц-хачапури. Нам понадобится 200 граммов сыра, 200 граммов сметаны, 2 яйца, 2 столовые ложки муки, 2 зубчика чеснока, укроп, растительное масло. Начнем с того, что натрем сыр на крупной терке. Он станет нашим главным компонентом. Теперь в миску вбиваем 2 яйца, выдавливаем 2 зубчика чеснока, затем 2 столовые ложки муки, сметану и мелко нарубленную зелень. Хорошенько перемешиваем ингредиенты до однородной массы и отправляемся к плите. На сковороду наливаем растительное масло, ждем, пока оно нагреется, и затем выкладываем наше тесто. В сырное тесто при желании можно было бы добавить ветчину или куриное филе, и тогда завтрак стал бы еще более сытным. Но главное это то, что в нашем завтраке есть сыр. Содержание кальция в нем превышает аналогичный показатель в других молочных продуктах. Распределяем по всей сковороде и жарим до тех пор, пока тесто не начнет отставать. А затем переворачиваем лепешку. Когда все готово, выкладываем на тарелку и нарезаем на треугольнички. Очень вкусно и ароматно. Пусть ваш хороший день начнется с хорошего завтрака.